Что там опять? Где мое бабло, а? Что тебе? Есть. Только все лобовое в кровище. А, ты труп за... Я рад. У меня, оказывается, труп в машине. Пойду-ка я отсюда. Трупами пахнет. Эй! Toyota Prius не пойдет. Эй, кто... Что? Кто? Что? Кто-нибудь? Эй! 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 Да, ты подойдешь. Вот именно, вот настолько я сейчас зол. Да пошла ты нахер. У меня недостаточно полтора ляма баксов. Полтора ляма баксов мне не дали. А как так-то считаешь? Зачем тебе все эти проценты? Нам должны были дать 6 миллионов. Нам должны были дать 6 миллионов на троих. Какого хрена? Чё за дерьмо? I got the move like Jagger. I got the move like Jagger. Что такое? Какие минус 323 тысячи? Господи, вы меня нахер убьете! Вырубите говно! Все. Мне не дали полтора ляма, не додали. И еще минус 323 тысячи на акцизах. Да пошел с дороги! Что за говно? Поубиваю всех нахер. Вот так вот. Хочешь под встречку, а? Говнючество, просто я в бешенстве. Минут полтора миллиона не додали. А если считать на троих, то не додали. Сколько? Сколько там должно получиться? Так, на троих это 1 320 000. Отнимаем из 6 миллионов эту сумму. Ну ладно, из... Ну да, из 6. Четыре семьсот, короче. У тебя проблемы? Четыре семьсот, ну минус еще 150 тысяч, окей. Там проценты, все дела, там потерянные деньги. 4 500 550 нам не додали. 4,5 ляма. Просто выкинули нахер. 4,5 миллиона. Мне не дали 4,5 миллиона. Вы понимаете, насколько я зол? При том, что я постоянно ругаюсь на то, что денег у меня нет в игре. А? Погнали отсюда. Хочу в город.
Меня заколебало это деревня. Меня все заколебало. Вы мне еще отдадите мои деньги, говнари ФБРовские. 4,5 миллиона я вам запишу на листочке. А потом прибью гвоздем к вашей башке этот листочек. Чтобы вы уж точно не забыли. $4,5 ляма. Куда ты под колеса, придурок? Чё за жесть-то? Дали по какой-то ссаной банкноте и сказали, гуляйте отсюда. И как я к этому должен относиться? Да иди ты уже под машину, заколебал. Ядрить! Ой, не надо меня пере... Sorry, pal. Я чуть не сдох только что. Ну я же вижу, машина, ну точнее, крыша складывается. Ну я же вижу, что крыша складывается. Ну я вижу... Я же вижу, что крыша складывается. А, в задницу. В жопу все эти вклады в бумаги, идем свалку покупать, которую я давным-давно уже хотел. 10 км, погнали. Я говорю, эти твари мне заплатят. Тачку, правда, вправо ведет. Это было опасно. Но это было опасно для того мотоциклиста. Я с такими доходами ни хера себе никогда не куплю. Никаких там гольф-клубов. Даже танк себе позволить не смогу. Как бомж, без танка буду. Что за бред? Почему тачка не едет? Эй! Эй! Тачка не едет! Скажи спасибо, что я тебя не убил. Ну, лужа крови это оптическая иллюзия. Но он умер от удара. Да, когда падал. Я не виноват. Shouldn't work on you.
Майкл и Тревор были изгнаны из города. Если они вернутся в город, люди Мартина начнут за ними охоту. Что? Твою мать, вовремя, а? Алло. Мой спаттер видел тебя, coming into the city, Michael. You will be dead soon. The city? Well, no, you got the wrong guy, Mr. Madrazo. I'm out in the country. Long holiday. Вы мне, твари, пробили колесо. Я это не люблю. Да пошел ты! Что с вами не так-то, а? Вставай, придурок, сейчас замочат же. Тачка мне еще пригодится. Валим нахер. Да еще и гребаные менты, а? Вы издеваетесь. Быстрее садись в гребаный... Изгнанный из города, говорите? Да хер там был. Ну, музончик из трейлера. Как раз вовремя, я бы сказал. Да что ты встал-то, пипец? Вот говнюк, взял, встал посреди дороги. Да какого хрена вы останавливаетесь? Чё оттуда по моей душе едут? Воу! Быстрее в тачку! Твою налево, меня сейчас пристрелят. Так, от одной проблемы избавились. Осталось прорваться через этих подонков.